И сегодня папа нам что-то придумал. Да. А то нам стало скучно на карантине. Да, мы сидим-сидим дома. А знаете, что я вам придумал? А я придумал челлендж «Настоящее против поддельного». Ничего себе! Так, интересно, интересно, интересно. И ну, первое, давай. Первое. Здесь настоящее или подделка? Да, они, по-моему, обе настоящие. Нет, посмотрите, какое. Давай. Придумывайте правила, кто первый будет выбирать. Давай. Кимоно, лимоно, цуефа! Цуефа! Это. Мне кажется, они вообще одинаковые. Я смотрю, и тут все одинаково. Ну ладно, я возьму что поближе. Ну ладно. Зубная паста. Зубная паста? Вкусная зубная паста? Нет. Это не вкусно. Не, я думаю, я все-таки доем свое Орео. Ну, в общем, освежать. Ну что, второй раунд. Тот, кто отгадает, тот и будет выбирать. Папочка. Давай. Скажи. Лёва первый. Так. Раунд два. Сладкий раунд. Пирожочек какой вкусный. Да. Выбирай. Я вот этот. Вот этот? Бери. Что у тебя? Что это? Это губка. Папа, ты чё? Хочешь губку? Короче, 1-1. Дай попробуем. Все, папа, я в этом не хочу дальше участвовать. Что это такое? Губка. Ребят, ну, третий раунд, в общем. Раунд называется сок-челлендж. Чего? Сок-челлендж. Два стаканчика. И два сока. Короче, обычный сок яблочный. Да, я люблю, всё. Кстати. Я выбирает мама первая. Так, ну, в тот раз я выбирала то, что к себе поближе. Сейчас я выберу то, что от меня подальше. Мне кажется, у нас они совершенно одинаковые. А ну-ка поставьте их, одинаковые они, нет? Одинаковые, они совершенно одинаковые. Ну, я не знаю, что это, я уже не знаю. После губки я не знаю уже, что это. Я знаю, это, знаешь что, масло подсолнечное. Ну, вряд ли масло подсолнечное. Ну что, пробуйте, оно так не готовы? Пьется. Оно же после Да. Синистое. Раз, два, три. Что такое, Лёва? Что такое? Не понимаю. А попробуй. Что произошло? Лимон! А это лимон? Очень много. Ну, там один лимон. Так, Лёва выбирает. И если он выберет неправильно, допустим, пустую, значит, выбирает следующая мама. Ага. Пусто. Объявляю раунд четвертый. Яйцо челлендж. Так, я должна выбрать. Яйца совершенно одинаковые. Но одно яйцо с сюрпризом. А теперь... Раз, два, три. Яйцо, смотрите! А у меня еще есть игрушка. Давай посмотрим, что там за игрушка. Давай. О, тут машинка! Тачка. Ага, круто. Смотри, какая крутая. Вам повезло. Ламба. А мне нет. Раунд номер пять. Этот раунд будет называться Прикокола Челлендж. Вот так я его назвал. А прикол был не в том, что это нужно пробовать, в том, что это растеклось. Папа, ты что, Лёва? На тебе! Папа, это что такое опять? Ну что, пап, на этом все, я надеюсь. Ну, наверное, да. Подписывайтесь на наш канал. Супер Фэмили Гейм. На наш ТикТок. Супер Фэмили Фан. На наш второй ТикТок. Супер Лев и Супер Глеб. И еще мы есть в Лайке. Обязательно переходите туда. Потому что там очень много для вас интересного. И еще кое-что мы придумали для вас в Инстаграм. Это будет что-то новенькое, что-то очень-очень интересное. Пока! Пока!